Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в рамках рабочей поездки в Майынкумский район ознакомился с работой организации социальной сферы и ходом строительно-ремонтных работ. Рабочая поездка началась с посещения школы имени Мухтара Уэзова в селе Уланбель. В рассчитанной на 400 человек в школе обучаются 192 ученика. Глава региона осмотрел учебные кабинеты, поговорил с учителями. Двухэтажное здание, построенное в 1966 году, нуждается в капитальном ремонте. По словам директора, проектно-сметная документация уже готова. Бердибек Сапарбаев заверил, что этот вопрос обязательно будет рассмотрен и дал соответствующее поручение управлению образования. На встрече с сельчанами он также сообщил жителям, что вопросы, связанные с обеспечением интернетом и ремонтом дорог, будут полностью решены в следующем году. Жители отметили, что все проблемы решаются поэтапно, а в целом созданы комфортные условия проживания. Оказалось, что 55-летняя школа ни разу не ремонтировалась. Сейчас на дворе 21 век. Я всегда говорю акимам, стыдно же даже перед подрастающим поколением. Мы же должны создавать для них условия. У них должна быть хорошая школа. Должны работать все компьютеры, все кабинеты, должны быть книги и все прочее. Все должно быть. Учителя должны давать детям достойное образование и воспитание. Если ты взял деньги, то должен вернуть. Вы должны полностью выполнять свою работу, обязанности перед государством. Затем Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой систем водоснабжения в селах Карабугет, Сарауазек. Водопровод здесь появился в этом году в рамках государственной программы «Нурлы-Жер». В этих селах проживает около 900 человек. Представитель компании-подрядчика рассказал, что воду добывают из скважины на глубине 117 метров. Далее она поступает на водозаборную станцию. Только в одном водохранилище в Карабугете собирается 350 кубометров воды. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой 94 дома. А запасов воды в вырытой скважине хватит на 50 лет, говорит представитель подрядчика. В завершении рабочей поездки в район аким области встретился с активом района. Аким района Алихан Балкбеков остановился на показателях социально-экономического развития района за 11 месяцев. Вы не забывайте, должны соблюдаться границы. Придет время, и мы спросим за все. За эти 2-3 месяца все должно быть исправлено, иначе разговор будет совсем другим. Сейчас нет времени, чтобы тянуть выполнение работ. В Майынкуме есть очень много хороших предприятий по обработке золота, выпуску цемента, производству рыбы. Я заметил, что акимат совсем не сотрудничает с ними. Почему? Они же главные, кто платит налоги. Они же дают населению работу. Почему не работаете вместе с ними? В завершение Бердибек Сапарбаев поручил руководству района подвести итоги года с хорошими показателями, не сбавляя темпов работы. Ильдар Гизатуллин, Азат Байтемир, Жамбыл Ньюс.